Мы с вами договаривались, что вы свежим взглядом посмотрите на Минюст, и как человек, может быть, не столь связанный с нормотворчеством, и особенно контролем, организацией нормотворческого процесса, подумайте над тем, как усовершенствовать работу Министерства юстиции. И хотелось бы услышать, прежде всего, от министра, какова ситуация, какова исполнительская дисциплина в вашем ведомстве и как работают кадры. Кадровая работа – вопрос номер один. Всегда была, есть и будет. Ваша точка зрения в связи с этим. Что касается нормотворчества, мы приняли новую конституцию, поправки в действующую конституцию, создали новый каркас нашего государства в сфере законов и законотворчества. Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений, дополнений, сколько законов принять в развитии той конституции, которая сегодня действует и принята на референдуме. И эту работу надо немедленно разворачивать. Вам обоим придется этим заниматься прежде всего. Мы все будем к этому процессу причастны, потому что нормотворчество не может зависеть только от двух человек там или же двух ведомств. Это исключено. Вся страна должна заниматься этими процессами. Как видит новый министр Министерства юстиции в этом процессе и когда мы начнем эту работу? 2 года пролетит очень быстро, там 2 года, по-моему. Поэтому надо основные законы принимать сейчас.